Привет, друзья! Компания Xiaomi официально презентовала фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4. Давайте обо всем по порядку. Подписывайтесь на канал. Поехали! Главное нововведение устройства по сравнению с предшествующей моделью – увеличенный цветной AMOLED-дисплей с диагональю 0,95 дюйма и разрешением 240 на 120 пикселей. Размер дисплея увеличился на 40% по сравнению с Mi Band 3. Сверху его накрывает защитное 2,5D-стекло, которое защищает экран от появления царапин. Дисплей способен отображать уведомления приложений, SMS, сообщений из WhatsApp и других мессенджеров, сведения о фитнесе и многое другое. Пользователи могут контролировать воспроизведение музыки на смартфоне через экран браслета, но что более примечательно, прямо с запястья можно управлять устройствами умного дома Xiaomi, если такие имеются. Появление обновленного экрана в браслете привело к тому, что весь интерфейс устройства был переработан. В частности, появился полноценный экран блокировки с различными темами. По умолчанию на браслете предустановлено несколько качественных тем, разработанных дизайнерами Xiaomi. В обновлениях прошивки для Mi Band 4 будут появляться новые темы, в том числе тематические в честь праздников. Собственные темы смогут создавать и сторонние разработчики. Например, в Mi Band 4 будут темы экрана блокировки из популярных игр. Также Xiaomi выпустит специальные версии Mi Band 4 в стиле героев фильма «Мстители», «Капитана Америки» и «Железного человека». Темы экрана блокировки, он же главный экран, отличаются не только дизайном и используемыми цветами. Смена темы приводит к полному изменению отображения информации на экране. Тем не менее, основными элементами для отображения на дисплее останутся дата, время, количество пройденных шагов и сожженных калорий. Дизайн капсулы несколько изменился. Она стала несколько больше, но разница по сравнению с предшествующей моделью не критична. Контакты для зарядки капсулы перенесены с торца на нижнюю поверхность. Это означает, что впервые за всю историю линейки Mi Band способ зарядки изменился. В основе устройства лежит особый четырехъядерный чип Number One. Процессор на 38% быстрее, чем решение на архитектуре ARM Cortex-M4, от которой Xiaomi решила отказаться полностью. Причина отказа заключается в желании компании уменьшить влияние США на свою технику. Чип имеет пониженное энергопотребление, поддержку функций на основе искусственного интеллекта. Также процессор поддерживает технологию Always On, которая отвечает за полноценное отслеживание показателей здоровья пользователей в реальном времени. Браслет получил несколько новых возможностей по отслеживанию активности пользователя. Ключевым нововведением является опция продвинутого мониторинга плавания. Браслет водонепроницаемый и может использоваться на глубине до 50 метров. Он оснащен модернизированным 6-осевым высокоточным датчиком для распознавания типов плавания фристайл, на спине, баттерфляй и так далее. Также в браслете были улучшены алгоритмы для отслеживания других активностей, включая бег и езду на велосипеде. Гаджет оснащен поддержкой голосового помощника Xiaomi Xiao AI. При помощи голосовых запросов пользователи могут управлять любыми функциями браслета, отвечать на уведомления, включать режимы тренировки и так далее. Кроме этого, голосовым командой можно управлять устройством умного дома. Голосовой ассистент не поддерживает русский язык. Вы, наверное, об этом догадались. Несмотря на появление цветного AMOLED-экрана, гаджет не стал работать меньше без подзарядки. Емкость аккумулятора устройство составляет 135 мАч. Время автономной работы версии браслета без NFC составляет 20 дней, с NFC 15 дней, что довольно-таки неплохо. Xiaomi Mi Band 4 поступит в продажу в Китае по цене 169 юаней за версию без NFC, это около 1600 рублей, и за 229 юаней около 2100 рублей за модель с NFC. Жмите на колокольчик, ставьте лайк, надеюсь, видео оказалось вам полезным. Покажите друзьям этот ролик, спасибо, что подписываетесь на канал. Впереди еще много интересного. Пока-пока. We'll be right back.